Здравствуйте, наши дорогие друзья. Увы, первый раз у нас, первый дубль у нас не получился, так как два плюсика коричневых получились в одном столбце. Так что мы попытаемся решить этот пазл, этот судоку со второго дубля. Да? Абай, давай. Заново будем делать. А там будет треугольник. Давай. Опять. Так, на. Ты рисуй треугольник. Так. Так как у нас в этой линии уже есть квадратик и плюсик, остается два варианта, кружочек или там треугольник. Так как здесь в этой секции есть кружочек. Ага, то ставим треугольник. Так, методом исключения здесь окружочек. А вот там квадрат. Давай попробуем квадрат. Так. Квадрат попробуем. Так, если там квадрат, внизу что будет? Внизу, там будет треугольник. Давай треугольник. Хорошо. Так, правильно. Потом? А там будет кружочек. Кружочек. Какого цвета? Синего. Правильно. Логично оставшийся. А там будет квадрат. Нет. Теперь вместо квадрата попробуем здесь окрестить. Плюсик. Поставь сюда плюсик. Хорошо, так попробуем. Все. Дальше. А там будет квадрат. Квадрат, правильно. Так. А там будет кружочек. Посмотри, посмотри. А вот там будет квадрат. Нет, плюсик. Плюсик, правильно. Коричневый. Так. А его? А там будет треугольник. Подожди, подожди, подожди. Так, подумай, что здесь будет. Квадрат. Квадрат. Правильно, квадрат. Так. Молодец, дальше. А там будет кружочек. Кружочек. Так, молодец, дальше. А там будет треугольник. Треугольник, так. Больше я не буду заниматься с тобой, я устал. Стал уже, ну давай, закончим. Там будет плюсик. Плюсик, правильно. Во, вот теперь у нас получилось. Видите, вроде бы очень сложный, но мы справились. Да? Правильно. Да, так что подписывайтесь на наш канал, учитесь судоку, развивайте ваших детей. И до следующих видео.